Здравствуйте, с вами Тормат, и сегодня мы снова с вами в роли Коста Тайкун Вор. Было уже несколько обновлений, мы с вами закончили после 9-го обновления, сейчас уже 11-е. Предыдущие обновления были очень маленькие, добавлять, ну, там даже нечего сказать, я сейчас их буквально за несколько секунд вам покажу. Но последнее обновление, 11-е, как раз уже заставило, ну, то есть даже не то, что заставило меня. Существенно чувствуется, что появилась какая-то оптимизация в игре. У меня раньше на 2500-3500 людей был FPS, ну, он где-то не поднимался выше 11-12. Сейчас уже 20-30 FPS. Это уже намного получше. Есть подвисание, вот как вы сейчас видите. Так. Но потихонечку разработчики пытаются оптимизировать игру. Но суть моего сегодняшнего видео не в этом. Возвращаемся к обновлению. Обновление добавило чертежи. Как говорится, что монополист — это очень ленивая тварь, которая не хочет ничего делать, и как только появляется конкурент, сразу же появляется желание что-либо делать для того, чтобы выделиться или хотя бы повторить за тем, у кого это получилось лучше. Что же у нас добавляют чертежи? Нам теперь можно так же, как и в Planet Costa, теперь строить здание самому. Вот. Посмотрите на методику, сейчас я включу сетку. Ох. И вы совершенно можете ставить по-своему. Хотите, можете отключать ее от сетки. Поднимать можно на определенные уровни, либо... Я забываю, что здесь не так, так долго. Вот, ставить можно независимо как. Вот, на любой высоте, под любым углом. Но некоторые вещи вот приходится подгонять почти что детально и вручную. Также появились специальные магазины под такие обновления. Вот так вот. Ну, давайте его. Давай, не тормози. Вот такой вот магазинчик. И, как вы видите, к этому магазинчику уже приплюсовывается вот эта вся груда. Ну, мы сохранять его сейчас не будем. Продолжаем строить. Так, сетка у нас сбита, поэтому мы выключаем привязку к сетке. Ой, блин, каждый раз забываю. Вот, и точно так же, как Planet Costa, можно теперь ставить. Что же у нас есть на выбор? Куча разных элементов. Если вам не хватает... Так, давайте общую тематику выключим. Вот они. Это у нас разные стены. Это крыши. Всякие поверхности. Можно будет устанавливать шарики, где вы хотите. Хотите с привязкой к сетке. Он будет четко их куда-либо ставить. Хотите без привязки к сетке? Где-нибудь сюда. Можно плавно поднимать и опускать, если вам нужно уж точно вот куда-нибудь сюда поставить. Без проблем. Скамейки декоративные, на них не сидят.
Так. Ну и вот разные элементы. Тут также у них есть тематика, приключения, sci-fi. Можно вот такую, например. Давай. Блин. Поставить где-нибудь лампу. Крутим ее. Вот такая лампа. Дальше. Давайте вам покажу. Это у нас то, что из элементов. Декорации. Окон. И дверей пока что очень мало, но за счет пользовательских модификаций их становится постоянно все больше и больше. Цвета. Все это можно менять по цветам. Вот. Если вы приглядитесь, все это... Совершенно любую вещь можно будет перекрасить. Ну и последнее, это включенные пакеты. Вот, у меня сейчас включены эти, но можно дополнительно скачать еще. Вот у меня сейчас вот этот пакет стоит. Сейчас достаточно немного пользовательских модификаций, но я говорю, они появляются. Можно закачать, и они... Вы... Выключайте, например, просмотр одних и оставляйте других. Вот давайте посмотрим вот эту новую скачанную. Вот это вот такие вот крыши появляются. Здесь ничего. Вот такие стены кирпичные появляются. Это уже готовые модификации. Не модификации, а готовые здания. Которые можно ставить. В общей сложности... Это все, что пока что нам добавили. Добавили немножко оптимизации. По поводу вот этих всех злых мордочек. Что же у нас получилось? Почему у меня весь парк 2500 человек ходят все злые? Потому что они все голодные. Тут все очень просто. Каждый раз, когда вы загружаетесь, что-то в игре ломается. По крайней мере у меня постоянно так. После загрузки половина людей не знают, где им и что поесть. Он тот требовательный, ему нужно высокое качество, но никто сюда не придет и не поест. Вот такие вот. Давайте чуть побыстрее сделаем. Но меня радует, что хотя бы 20 FPS, но не едят. Вот такие моменты. Если ставите какой-то новый после загрузки, то они в него не ушли. Ладно, на этом все. Вот такой вот у нас парк аттракционов. А, давайте я вам покажу. Я тут... Ай, вернись. Так. Я тут уже немножко поизгорялся. Все это такие прототипы. Вот такой вот коридорчик я сделал. Из готовых вот тут такое вот зданице. Вот оно, красивенькое такое. И из готовых... Что там у нас еще? Ну, разные их тематики. Такую можно поставить. Приключенческие. На самом деле это радует, что все-таки разработчики не забросили, все еще работает, они что-то пытаются и, конечно же, очень рад, что есть у нас такое дополнение, как Planet Coaster, которое заставляет разработчиков стараться еще лучше делать свою игру. На сегодня это все, всем спасибо, с вами был Тормоз, подписывайтесь на канал.